Чем? Сергей Свистунов, сразу представляюсь. Хорошая фамилия для нашего праздника. Итак, добрый день, Измайлова. Добрый день, гости праздника. А праздник сегодня действительно теплый, потому что, вы видите, погода прекрасная. Все это чудесно, все замечательно, все вам нравится. Встретите артиста, который буквально несколько месяцев назад стал очень популярным. Это артист, действительно достойный внимания и аплодисментов. Стал просто раскрученным на нашей российской эстраде. Не случайно у него вышли уже и клипы, вышел и компакт-диск, аудиокассеты. Его не случайно пресса называет мистер стопроцентный шлягер Михаил Михайлов. Ваши аплодисменты! Здорово, Измайлова! Здравствуйте! Привет, девчонки и мальчишки! Здравствуйте! Да здравствует фирма Шекстоп, Постшоп и группа Нана! Дорогие друзья, так, для юмора. Я смотрю, здесь очень много девушек, прекрасных, милых девчонок, женщин, мам. И каждую свою песню «Ты самая красивая» танцуем! И... Молодцы! Я о такой мечтал.
сердце поселилась птица радость. Я любовь свою случайно повстречал. Что за девушка под зонтиком стояла? Для знакомства не нашел мне нужных слов. Только случай мне помог, и тут узнал я. Я узнал, что имя девушки — любовь. Я гляжу на Любу, очень незабудки. Шелковые косы, ветер ваши. Вы поверьте, Люба, это все без шутки. Я скажу вам просто, мне без вас не жить. Я гляжу на Любу. Радостный гудок.